18 августа 2024 год. Завтра полнолуние. Ну, в общем-то, даже сейчас вполне себе красота. Только поднимается над горизонтом луна. Имею возможность снимать только сейчас, поэтому через плотные слои атмосферы дымка серьезная, но будем довольствоваться тем, что есть. Присутствует и небольшая дымка такая над горизонтом, но в любом случае сбить оскомину, поснимать. Вчера я чуть-чуть поснимал. Завтра мало того, что полнолуние, еще и так называемая суперлуния, то есть полная луна. Совпадет момент полнолуния с тем, что луна ближе всего по своей орбите к Земле будет находиться в перигее 360 тысяч километров будет луна от, даже ярко как-то, да, может уменьшить чуть-чуть, сейчас выдержку уменьшу, пока контрастнее чуть-чуть будет, вон как у нас хорошо Аристарх выделяется, беленький, молоденький 60-миллионнолетний кратер. Увеличил выдержку. Да, так вот, терминатор тоже сегодня там в чате спрашивала девушка. Терминатор — это просто, несмотря на жутко страшное слово, это просто линия, где соприкасается свет и тень на поверхности, в нашем случае лунной. То есть в полнолуние у нас не будет никакого терминатора. У нас будет черный космос и яркая белая, желтая, красная луна там. Когда как. А вот сейчас мы пока еще можем видеть вот эту линию, где гораздо рельефнее. Кратеры видны. У нас луна, максимальное расстояние до Земли 405 тысяч километров. А сейчас, ну, на данный, на сегодняшний день 362 тысячи. Если я правильно помню. А завтра будет 360 тысяч. Ну, ладушки, не будем перебарщивать с наслаждениями. Может быть, завтра погодка нам даст возможность поснимать и полнолуние, суперлуние. Термин не научный, но звучит. Там, ну, полная луна, смотри, уже практически. Так, 18 августа 2024 год. Запорожская область.